видеокурс «Дабстеп. Задаем ритм городу». Этот уникальный видеокурс создан при поддержке молодежного парламента. И если вы хотите изменить свою жизнь, внести в нее что-то новое, интересное, то кликните, пожалуйста, вот сюда. Ну, и мы с вами продолжаем. Итак, друзья, это была первая связка, которую мы с вами будем разучивать. Сначала я сделаю ее целиком. В ней три восьмерки, а после этого я разберу каждую восьмерку подробно. Поехали. Итак, 5, 6, 7, 8, 1, 2 и 3, 4, 5. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Что ж, давайте немножечко поподробнее о том, из чего она состоит. Я начинаю с того, что я делаю первая восьмерка. С импульсом волну. Раз. И на второй счет притягиваюсь. Два. И делаю паузу. Теперь смотрите. И бью, как будто бью. Вот, ну, рука на что-то натыкается. Наверное, на стену. И. Три. Четыре. Вот здесь точка, да? Дальше волна на два счета. Пять. Шесть. И волна по корпусу. Семь. Восемь. После этого я делаю... Вот, начинаю вторую восьмерку, делаю вот такой зашаг и прокручиваюсь. Раз, два. И теперь с импульсом я ухожу назад. Вот так вот. Три, четыре. Ну, а теперь делаю движение руками. Пять, шесть. И вот сейчас семь, восемь. Вот когда вы делаете вот это движение, здесь важно, чтобы у вас правая рука оставалась неподвижной. То есть я двигаюсь относительно нее, и вот эта точка неподвижна. Дальше. И последняя восьмерка. Раз. Вот как через волну пальцами делаю такой уголочек. Два. Три. И вот делаю вращение кистями и закрываю ноги. Четыре. И волна телом вбок. Пять. Шесть. И шаг. Семь. Восемь. Я уверен, что у вас получится. Друзья, кстати, очень скоро я буду проводить онлайн-тренировку, на которой мы будем разбирать это более подробно. Плюс я вам покажу еще очень много интересных и нужных вещей. Чтобы записаться на эту бесплатную онлайн-тренировку, нажмите, пожалуйста, вот сюда. Ну, а также подписывайтесь на YouTube-канал Центра молодежного парламентаризма и на мой YouTube-канал Саша Дракона, куда я каждую неделю выкладываю свежие видеоуроки. Что ж, друзья, увидимся онлайн. Видеокурс «Дабстеп. Задаем ритм городу». Этот уникальный видеокурс создан при поддержке молодежного парламента. И если вы хотите изменить свою жизнь, внести в нее что-то новое, интересное, то кликните, пожалуйста, вот сюда. Ну, и мы с вами продолжаем.
Итак, друзья, это была первая связка, которую мы с вами будем разучивать. Сначала я сделаю ее целиком. В ней три восьмерки, а после этого я разберу каждую восьмерку подробно. Поехали. Итак, 5, 6, 7, 8, 1, 2 и 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Что ж, давайте немножечко поподробнее о том, из чего она состоит. Я начинаю с того, что я делаю первую восьмерку с импульсом волну. Раз, и на второй счет притягиваюсь. Два, и делаю паузу. Теперь смотрите, и бью, как будто бью, вот, ну, рука на что-то натыкается, наверное, на стену. И три, четыре, вот здесь точка, да? Дальше волна на два счета. 5, 6. И волна по корпусу. 7, 8. После этого я делаю... вот начинаю вторую восьмерку, делаю вот такой зашаг и прокручиваюсь. 1, 2. И теперь с импульсом я ухожу назад. Вот так вот. 3, 4. Ну, а теперь делаю движение руками. 5, 6. И вот сейчас 7, 8. Вот когда вы делаете вот это движение, здесь важно, чтобы у вас правая рука оставалась неподвижной. То есть я двигаюсь относительно нее, и вот эта точка неподвижна. Дальше. И последняя восьмерка. 1. Вот как через волну пальцами делаю такой уголочек. 2, 3. И вот делаю вращение кистями и закрываю ноги. 4. И волна телом в бок. 5, 6. И шаг. 7, 8. Я уверен, что у вас получится. Друзья, кстати, очень скоро я буду проводить онлайн-тренировку, на которой мы будем разбирать это более подробно. Плюс я вам покажу еще очень много интересных и нужных вещей. Чтобы записаться на эту бесплатную онлайн-тренировку, нажмите, пожалуйста, вот сюда. Ну, а также подписывайтесь на YouTube-канал Центра молодежного парламентаризма. И на мой YouTube-канал Саша Дракона, куда я каждую неделю выкладываю свежие видеоуроки. Что ж, друзья, увидимся онлайн.